Такие домашние роллы в лаваше сможет приготовить каждая, даже начинающая, хозяйка. Этот рецепт простой и гениальный одновременно, ингредиенты доступные, так что труда приготовить не составит. Рецепт домашних роллов в лаваше понравится всем тем, кто любит сытно и вкусно перекусить, не тратя много времени на готовку изысканных блюд. Быстро, вкусно и очень сытно. Вот, чем хороши такие домашние роллы в лаваше. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Курицу режем небольшими кусочками, обжарим в специях или любом соусе-маринаде, я жарила на сковороде-гриль. 2. Лаваш расстилаем, по желанию смажем соусом, выкладываем кусочки перца, помидоров и мелко нашинкованную капусту, в последнюю очередь выкладываем курицу, сворачиваем лаваш в тугой рулет. 3. Рулет нарезаем на порционные части, если любите горячие закуски, все на той же сковороде гриль, или просто на сухой сковороде, подрумяним рулетики со всех сторон, и можно подавать. Подписывайтесь и ставьте лайки. Такие продукты будут нужны. Курица, 500 грамм. Перец консервированный, 2-3 штук, можно заменить маринованным или свежим. Помидоры, 2 штуки. Капуста пекинская, 100 грамм. Специи, по вкусу. Лаваш тонкий, 1-2 штук. Количество порций, 3-4. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Заходите на канал снова, котятки.